кондитерской стоит такой самовар турецкий. Вообще интересно, конечно. Такая вот штучка есть. Два краника. Да. В кафешке на диванчике спит собачка. Такая кафешечка. Нил Паста энд Кафе. Грыхнет. Воскресный денек. Гуляем на набережной Ladies Beach. Такая скульптурка.
Ladies Beach. Вон, лежат такие. С одной стороны солнышко их греет, а с другой стороны ветерок не задувает. Молодцы. О. Интересное дерево здесь какое-то белое. То ли живое, то ли нет. Ну, красивое. Это ветерок. Пришли на базар. Посмотрим сейчас. Прикупим что-нибудь. Базар в Кушадасах не маленький. Вот помидорки по 10 лир. Он уже идет к завершению. Берем кабачки по цене онбеш. Так, возьму 5 кабачков. Не торгуюсь. Не радует. Он не радует. Мне кадар. Посмотрим. Ищем цветную капусту. Пока видим только простую капусту. А? Давай. Она же уже жухлая. Свежая она. Жухлые, да? За 5 отдает вот эту помидоры. Ну, остатки уже под вечер, да. Давай. Никодар. Сколько? Смотри, еще раз, смотри. Такие соленые, не соленые. Вот под конец дня можно цветную капусту за 5 лир килограмм можно купить. Уже прям вообще. Давайте две возьмем. 5 лир все-таки. Вес уменьшают. Ики!
Вики. Картопля 6 лир, да, всего стоит? Вот прям сидят так вот на прилавке. Вот картопля. Сегодня дождик, пасмурненько так, над морем такой туманчик. Такой запах такой. Свежесть такая. Птички распелись. Мир, торговый центр Оптимум.
In 300 meters, keep right. В горах интересные облачка такие. Дождик сегодня лил весь день. Вот ближе к вечеру солнце вышло. Это вроде как миндаль. Зацветает. Целый сад этих деревьев. Keep left, then keep right. Такой интересный памятник в Шудасах. Рука, на которую садятся голуби. Маяк. Памятник на набережной Кушудасов. Это Ататюрк. И он держит за руки
молодого мужчину и молодую женщину. Рыбный базар. Я так понял, это вот все свежевыловленное. Марина. Предполагаю, что это все рыбацкие суда, потому что она находится прям рядом с рыбным базаром. Ну да, вот они. Вот эти маленькие, это, наверное, любительские. Хотя, может быть, и тоже на них добывают рыбу. А вот эти так точно. Вот они. С кранами. Вот они стоят. То есть сеть краном зачеркивают, зачерпывают и на палубу. И там уже разбираются. Тут же сразу рыбные рестораны. То есть, я так понял, можно прям рыбу свежую заказать и тебе ее прям здесь и приготовить. А, ну вот она и на прилавке тоже. Это уже мороженое. Может, и свежее. Вот, рыбопродукты.